Ой, стой! Ой, стой! Стой! Ты что ты прыгаешь? Всем хай! С вами Йоджин, и сегодня мы с вами снова, третий раз уже, пытаемся победить нашего соседа, нашего ворона. Он все никак не поддается, он перепрятывает все предметы, которые мы нашли. Но, кажется, я начинаю все больше и больше понимать, как эта игра устроена. И сейчас мы начнем уже с вами анализировать, думать и побеждать, соответственно. Вот тут заспаунились все наши предметы. Ключ. Мы потеряли веревку, я помню. Блин, а что ты? Что тебе надо? Что тебе надо? Он очень хочет забрать предметы из моей машины, но он не может этого сделать, потому что он... Стоп. Да ладно. Я нашел веревку. Пока он занят этой машиной, пойдемте с вами развлекаться. Будем сейчас, когда я говорю развлекаться с маком веревки в руке, это как-то странно звучит. Вы в полной безопасности со мной. Кажется, можем сюда еще прикрепить. Зачем только это нам нужно? Стоп, отдайся, сказал. Ну что ж, давайте найдем подходящий конец, к которому можно привязать веревку. О, смотрите, на крыше есть что-то важное. Канистра. Возьмем. Что это? Киса с шапочкой. Что ты? Что ты хочешь? Смотрите, какая милая. Она кушками дергает забавно. Эта игра специально меня отвлекает. Она знает, у меня есть природная неспособность сфокусироваться. Я все время отвлекаюсь на всякую фигню. И игра этим пользуется. Отвлекай меня всякими котиками. Я чем-то похож на этого ворона. Он тоже отвлечен тем, что пытается забрать вещи из моей машины. Из того, чтобы смотреть, что делаю я. Я делаю всякое. Ему это невыгодно. И сюда можно привязать веревку. Без понятия, для чего это. Я ко всему ее могу? Я ее могу ко всему прицепить. Весь мир интерактивный. Ну-ка, и сюда? Нет, сюда нельзя. К дереву? К дереву можно. Киса! Она патрулирует. Мы можем прокатиться на ней, как на скейте. Секундочку. Киса! Есть! Чуть-чуть получилось, было весело. Как мимолетно счастье. Заправка закрыта. Погодите, у меня есть канистра. Стоп, погодите, стоп. Смотрите. Инвентарь. Надо таб зажимать было, оказывается. Тварь. Игра не предупредила меня. Не столько мучился, пытаясь выкидывать предметы. Ну что ж, хорошо, что мы совершили это открытие, и у нас есть теперь инвентарь. Он доступен нам, наконец-то. Может быть, мы что-то еще найдем полезное и сможем что-нибудь скомбинировать. Давайте попробуем вот сюда. Оп. Обида. Ой, я могу здесь. Да. Все получится. Я застрял. Я просто застрял. Нет, зачем я выбросил? Черт. Нет. Давай, есть. Ух. Фу. Нет ничего невозможного, Евгений. Есть, мы выбрались. Вот, я зацепился. И теперь я такой... Уп! Ну что это? Почему я... Почему я отпустил ее? Нельзя пробел сжать. Ясно. Окей. Давай. Есть! Вы понимаете, что это значит? Такой буст к скиллам моим. Ладно, позже заберем ее. Вот это что сейчас было? Мы съезжаем просто тупо отсюда. На эту крышу вообще нельзя, получается. Либо это просто плохая крыша. Где веревка? Куда она делась? Не вижу. Она же была прицеплена к этому месту. Куда делась? Пожалуйста, стой. Ненавижу. Она вон где осталась. Здорово. Я знаю. Я знаю, как вернуть веревку. Мне всего лишь надо вернуть свои провода. Вон розеточка висит. Мне нужно вернуть обязательно. Ой, стой. Ой, стой. Стой. Чё ты прыгаешь? У меня паники много. В моих движениях мало расслабленности. С таким настроем соседи не грабят. Забираем. Да. А, хорошо. Погодите, а что я хотел добиться этим? Я же не смогу розетку-то прицепить. Ее же некуда здесь цеплять. Но зато я забрал. Тоже очень важная вещь. Я заберу эту чертову веревку, я обещаю вам. Да! Аккуратненько, четенько, размеренно. Значит, попробуем. Ох, если я сейчас упаду, я совершил эдакую глупость. Да. Вот. Знаю, почему у меня раньше это не получалось. Просто забираем. Этой веревки здесь не место. Это мое. И мне здесь не место. Кыш! Кыш, вороны! Мое. Но давайте, чтобы далеко не уходить отсюда, сначала исследуем здесь все до конца. Вот, смотрите, какая интересная кучка мусора. Или что-нибудь. Ну-ка, вилы. Не юзаются. Может быть, багажник можно открыть? Нельзя. Смотрите, это опель. Ну, или ёпель. Мы встали на забор. И вот забор... Да, гелька. Стой! Мне кажется, проще вот так зайти. Ну же. Кстати, отсюда можно крыши осмотреть. Да ладно, на той крыше, кажется, что-то есть. Это маленькая красная штучка, вроде как... Возможно, это канистра, возможно, что-то более полезное. Я теперь понимаю, как я себя буду чувствовать, когда внезапно все человечество исчезнет. Я просто сейчас отчаянно мечтаю о том, чтобы хоть что-нибудь произошло в игре. Хоть малюсенькая находка. Так, там умывальник и что-то... Что-то есть. Давайте, прыжок!
Что это? Телефонная трубка. И чё? Зачем? Тебе говной воняет даже. Отсюда телефона чувствую. Авось пригодится. Ладно, одна находка есть. Я порадовался буквально миллисекунду. Теперь мне снова отчаянно хочется контента. Где же ты контент? Стоя на колючей проволоке, мы сможем запрыгнуть есть. Давай. О! Давайте сюда. Дернули. Не работает. Не работает. Не работает. Погодите, генератор. Канистра! Все, у нас есть цель на сегодня. Надо набрать кучу канистр. О, выключить. Не надо набирать кучу канистр, она уже работает. Это приманит соседа на какое-то время, и мы сможем спокойно шарить в доме. Теперь мы проникаем внутрь заправки. Мне нравится, как они сложены, так, словно тут призраки обитают. Будет очень смешно, если окажется, что эту игру пока еще нельзя пройти, поскольку это альфа. Вот это будет обида. Ладно, давайте попробуем вот эту канистру залить. И генератор исчез. Генератор превратился в коробку, друзья. Я понял, все, я понял. Как я понял, друзья мои, как я понял только что. Вы так не поняли, как я понял. Аж больно от того, как я сильно понял. И каждый мозг такое понимание может выдержать. Заметьте, сейчас я не читерю даже. Поскольку сосед хочет забрать вещи из моего фургона. Пусть забирает. Флаг ему в руки. Это его дело. Как-нибудь постараемся установить генератор. О, все, не дергаемся. Итак, да. Куда-нибудь здесь. Есть. У нас с вами есть целых два мотка розеток. Один сюда, другой сюда. Что-то происходит. Давайте-ка сразу заправим. Я понял, в чем я тупанул. Так, все, я жал на букву И. Я на эту клавишу жал, и поэтому мы собирали. Мы не заправляли. На кнопку мыши заправлять. Все, теперь я понял. Новое понимание, оно еще больнее. Боже мой, я вообще понятия не имею, что это нам дает. Погодите, или имею. Вот так. Идеально. Что-то происходит? Блин, я жму кнопки, но ничего не происходит. Нет. А, погодите. Происходит. Очень даже происходит. Зачем это нам? Надо выключить генератор. Ух, игра серьезная становится. Если бы за мной все это время бегал ворон, как бы я вообще бы успел что-то сделать? Он бы по-любому среагировал на этот звук, но он там сейчас очень занят моим фургоном. Все. Пока хватит. Но мне очевидно, что нам нужно попасть вот в этот сарай. Возможно, нам нужно внутрь. Там огнетушитель стоит, с помощью которого мы сможем летать. Точно. Что я хочу? Как я хочу туда попасть? Цепляйся! Есть! Хорошо, зацепились. Такие трюки мы можем выполнять. Значит, попытаемся просто тупо раскачаться. Насколько это возможно. И раз! И два! И это очень жалкое зрелище. У меня есть другая идея. Мы можем чуть-чуть повыше попытаться зацепить. Ближе, 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 ближе. О, я идеально поставил. Смотрите, зацепился, зацепился. Отлично. Так, погодите тогда с веревочкой. Сейчас мы еще раз заберемся вот сюда и посмотрим, что нам тут доступно. Там этот прекрасный огнетушитель. Давайте. Оп. Давай, 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 давай. Долго не думал, собрался. Хоп. И сделал. Я молодец. Да-да-да-да. Да. Пробуем. Сейчас сначала, значит, так вот. И аккуратно спрыгнул. Тут, кстати, нигде не показано, сколько осталось огнетушителя. Возможно, все-таки и бесконечный. Это прогресс. Какой-то, но прогресс. Это значит, что мы можем попасть на тот дом. Привет, домик. Думал, весь такой недосягаемый. Не тут-то было. Летим. 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 Встали на дверь. Летели. Мы здесь. Ха-ха, дом. Ху-ху. Тварина. Поимел тебя. Ну-ка. Ни хрена нет в этом доме. Ладно, теперь надо четенько в дырочку влететь. Четенько в дырочку. Кстати, можно себя поздравить. Как нетушитель бесконечный. Потратим его на бесконечные попытки отсюда выбраться. Есть. У-ху. Все. Где мы еще не были? Вот сюда, может быть? Иди ко мне. Ай, сладенькая. Оу, еще веревка. Оу, еще бинокль. Давайте посмотрим, как там дела у наших соседей. Там все еще возится, да? Где-то есть что-то еще. О, я знаю, я знаю, я знаю, я знаю. И знаю, куда мы сейчас пойдем. Мы берем наш летательный аппарат. Понеслась. Нет. Нет. Нет.
Толя! К себе в машину! К себе в машину, срочно! Нет! Нет, 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 нет. Забирай! Мое, все мое. А, вот он. Ух, на месте. А! Он здесь. Так, ладно, хорошо, он согрелся каким-то образом. Канистру оставим. Ключ надо взять. А! Ну не трогай, блин, через стену, читер. Давайте ключ возьмем. Нет, нет, нет. О, кажется, ему очень нравится этот ключ. Он хочет его себе. Оставим. Все, ключ не трогай, понял? Он забрал ключ! Он забрал ключ через машину. Пойдемте, заберем ключ обратно. Ты не видел меня. Скотина! Он снова... О, нам теперь долго ждать, да? Потушить! Так не работает. В этом мире огнетушители созданы для того, чтобы летать. Ладно, придется подождать, пока печка остынет. Кстати, такая же тема может быть здесь с веревкой. Почему бы и нет? Мы можем ее вот сюда прицепить. Педали. Что можно замутить. И нам будет проще открывать всю эту байду. Окей, оставим. Все, полетели. Видали, что можно? Можно зажать пробел, тогда он куда-то вперед просто летит. Вот что я хотел. К этим существам сгонять. Они могут меня чем-то наградить по-любому. Стоп, я знаю, вот с этого холма можно попробовать забраться. Правильно? Правильно. Полетели. Давай, смоги, Евгений. Смоги, 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 смоги. Блин. Еще раз. Что нам тут делать можно? Пакостить как-то можно? Можем по проводам идти? Нет, стоп, аккуратнее. По проводам не можем идти. Нужна веревка. Осторожней, 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 осторожней. Есть. Все, уходим. Так, можно ли как-то к тебе пробраться? Никак нельзя, мама, никак нельзя! Зацепились? Зацепились. Аккуратненько. Смотрите, мы все еще на веревке висим, но при этом держим в руках другой предмет. Ну-ка, можем ли мы подняться? Есть! Вот оно, значит, как работает. Новое открытие с каждым разом. Блин, мне нравится. Хотя игра кривая абсолютно, но играть почему-то весело. Потому что здесь реализована такая интересная механика, что ты можешь использовать все практически везде, особенно вот с веревкой. Это, знаете, как в детстве. Весь мир перед тобой, просто что-нибудь мути интересное. Аккуратней. Здравствуйте, сэр. Дайте-ка посмотрю, что там, как там у вас дела. Ну, у вас так весело здесь. Я так понимаю, что к вам никак нельзя, да? Надо только попшикать на вас. Хорошо, мы выяснили, что здесь нечего делать. Но тем не менее, опять же, как в детстве. Ты сделал какую-то фигнюшку, и тебе просто весело. Не обязательно должна быть какая-то польза. А вот будет ли польза, если вот туда сгоняю? Осторожней, осторожней. Yes, of course. Осторожней, осторожней. Я здесь, а сюда нельзя. А сюда нельзя. Кажется, я тут застрял. Нет, я жив. Куда меня понесло? Блин. Внезапная катастрофа. Где? Где? О, нету, нету, нету. Где? Здесь. Не хватает, как всегда, бинокль. Вороны! Вороны! Кар! О, вот. А, он сюда откатился теперь. Я думаю, мы добились с вами сегодня отличного прогресса. Очень много всего интересного нашли, узнали. Давайте попробуем забраться на этот дом. И на этом тормознем сегодня. Аккуратненько, аккуратненько. Чуть не упал. На этом доме нету ничего. Давайте осмотрим наши владения. Стоп. У того чувака открыты двери. И на этом мы с вами закончим играть в Hello Neighbor 2. На сегодня закончим. Мы обязательно продолжим в следующий раз. Если хотите, чтобы этот следующий раз настал прямо сейчас, ставьте 5 миллиардов лайков. Реально. Реально. Чего вам стоит поставить лайк? Вы же в доску свои. И я прошу вас, как в доску своих, поставить лайк. Потому что оценки — это очень важно. Лайки, циферки — это правда очень важно. На Netflix есть оценки, повсюду есть рейтинги. Благодаря этому мне понятно, нравится вам или не очень нравится. Ну и в дополнение к лайку буду совсем не против хорошему комментарию. Пишите также ваши мысли, ваши комменты. Отмечайте там коды самых смешных, прикольных моментов, которые вам понравились, чтобы я учел это в следующих выпусках, чтобы сделать еще больше ха-ха-ха.
будущем для вас. Ну а с вами был Юджин. Еще раз огромное всем спасибо, что смотрели. Напоследок всем мощнющую петлю. Вы готовы? Раз, два, три и пять!